Привет, с вами Кенни, и я нашел еще одну прикольную флеш-игру. Пока что я буду снимать только флешки, но в скором времени будут выходить и другие игры, точнее начнут выходить. В общем, игра называется Z Radio. По-моему, хотя по-другому. Я в нее как бы играл, когда еще маленький был. Спойлер. Так, ну, на сайте написано Z Radio. Так, в общем, мы играем за такого, скажем, пацанчика. И что у нас? У нас есть пистолет, у нас есть 100 хп. В пистолете у нас сколько? 15 патрон, да. 15 патрон, и мы как бы осаждаемся. Точнее, не осаждаемся, ну да, ладно. Осаждаемся. Стоп. Что-то неправильно. Ладно. В общем, идет осада против зомби в доме. Он даже, по-моему, какой-то старый, или это вообще не дом. Там бар, вон там стойка с автоматами. Ой, с какими автоматами? Короче, это. Как же она называется? Ладно, пропустим. Так, мы прошли уже первый уровень. И что за ачивки, по-моему, дают эти? Можно брать, короче, как-то было. Как-то можно было же брать за ачивки. Чё я несу вообще? Так, ладно. Ладно. Мы можем купить дигл. У нас 924 доллара. Как гангста щит сказал. Ладно, купим дигл. И старт. Дигл, походу, золотой, как в Warface. 8 патрон. Но выносит он с 5. А вот, если вплотную подходить, тогда вполне. Перезарядка. О, нас не... нет, все-таки меня бьют. Я думал, баррикаду. Бог. Что-то им пофиг, да? Меня подрезали. Ясно. Расстрелять всех. Чекать-то. Там как... с калаша-то всех перестрелять можно. Да ну у вас... Это плохой дигл. Так, ладно. Ну, стоп. Ну, зайдем наверх. Перезарядим сейчас дигл. Да, кстати, забыл сказать, то, что надо вот эту вот антенну, скажем, нужно вот ее охранять. Я очень меткий. Да. Так, УЗИшка 1400. Блин, ладно, ничего не будем покупать, ничего не будем качать. Надо накопить просто на хотя бы усишку, и тогда уже думать о прокачке. Так, ну я буду с балкончика. Так, одно кончилось оружие. Стреляем со второго. Он просто перезаряжаться дальше. Ну ладно. Все, сломали. Сейчас в дом зайдут. И мы тут вот так со спины. Когда в дом заходит, это моя любимая часть. Саран. Кого грызть вздумал? Ой. Мне ж больно. Вообще-то. Подумайте обо мне. Куда лезешь? Эпично умер. Все. Хедшот. Так.
И УЗИшка. Та-дам. Так. Что это такое? А, стоп, стоп, стоп. Repair right или... Короче, починить баррикаду можно. Или правую, или левую. Вот так, вот так. Поделим порох. Да, вот здесь еще тоже. Что? Что это за звуки были? Ой. Это было забавно. Так, ну теперь там можно вплотную подходить, хоть как-то уже. Стрелять! Уже прорвались. Ладно. Жалко, у меня нет мачете. Сюда иди. Ой. Не все сразу. Я вот тут сяду, точнее, встану. Спарта. Все, готовимся. Сейчас придут чуваки. Ой. Я чуть не вовремя, слышь? Обернись. Да ну вас с вашим УЗИ. Надо было не это пере... Чё ты встал? Он не стреляет. Давай, давай. О. Так. Я полбоя простоял, но в принципе нормально. Так. Так, так, так. Что там можно прокачать? Ачивки, ачивки. Ачивки, блин, ничего не дают все-таки. Что прокачать? Прокачать. Или все за $5. Да? А, нет, special points. Так, давай. Вот это, я не знаю, что я качаю. Хотя, мой английский не очень хорошо. Ага, прикольно, прокачал все, кроме жизни. Да зачем жить вообще-то? Эпик фейл. Да в голову стреляй. Насрать то, что я мышкой ввожу вверх. Сам должен знать, куда надо. Ой. Это свидос. Чё-то как-то много зомби, не? Отвлекись. Сеструха, отвлекись. Кому говорю? Стреляй, давай, давай, давай. Прикури. Это не помогает. Сюда иди, что ты стоишь там? Ай, господи. Ребят, я вкуснее. Ой. Да. Все-таки один так и подумал. Ну вот как-то, опс. Так, продолжаем. Вот как-то вот так, 25 800. Я ссылку на игру оставлю в описании. И напишите, если вы будете играть, напишите, сколько у вас очков за конец игры ваш. Ну а с вами был Кенни, всем удачи, всем пока.